А там АВП, который контролит эту позицию, ой, это проблема для американцев. Будет перетяжка уже от остальных. Аутиматик и Искадул, которые должны делать выпад. Владислав мажет, но Искадул должен его забирать, потому что, опять же таки, нельзя давать Славоку пространство для действий. Шаут тоже ошибается. На самом деле, Владислав забирает Искадула. Но это минус от Аутиматика. Один на один ситуация против соперника. Владислав, 37 хп минус. Должен быть АВП. Да! Залетает от Славака. Аутиматик без шансов просто отлетает в этой дуэли. 12-11, хотя все было у команды Клоуд.